Мы уже давно друг друга знаем. Я тебя люблю, ты это знаешь. Ты меня любишь, я не знаю. Думаю, что нам уже пора пожениться. Наконец-то! Ты рада? Да, конечно! Серьезно? Да! Ну покажи, как ты рада! Не-не-не-не! Чуть медленно, потому что я же не Брэд Питт. Молодец. Я тоже рад. Жан, знаешь, вот ты девушка городская. Я парень Саула. Уйбай. Да ничего, уйбай, это нормально. Вот это слова понадобятся там. Потому что там много раз используется там. Уйбай. Дорогая, ты же знаешь, я парень Саула. И что понравится моим родителям, ты должна пройти НАП. А что такое понимаешь? НАП? НАП? Да. Ты что, не знаешь, что такое НАП? НАП – это запомни раз и все. НАП – начальная аульская подготовка. Вот. Готова? Да, готов. Ну, я как-то проходила начальную, только городскую подготовку. Ты же, я же городская. Кого ты проходила? Ну, где-то ты проходила, что ли? А? Смотрел фильм «12 лет рабства»? Да, классный фильм, да. Это фигня со сравнением, что ждет тебя в ауле. Кто вечером в ауле смотрит сериалы? Те, у кого нет телевизоров? Неправильно. Все смотрят, кроме тебя, потому что ты на улице держишь под дождем антенну. Запомни, кто в ауле вечером кушает без формат? У кого нету телевизора, да? Неправильно. Ну им же больше нечего делать. Они сидят, кушают, кушают, кушают. Телевизор жёг. Нести вены. Неправильно. Все кушают без формат, кроме тебя. Потому что ты, не забывай, там держишь антенну. Лучшие друзья девушек это... Бриллианты. Нет, шучу, сепараторы. Правильно. Сепаратор. Молодец. Вот ситуации бывают разные. Например, 10 кисушек стоит, вот. И одновременно ты должна подавать. Давай. Поехали. Чуть-чуть здесь, по-моему, суперклея не хватает, а? Ладно, дорогая, не надо так мучиться. Сейчас, тебе головой надо работать здесь. Вот, поднос для чего? Жан, вот, поставь сюда, и все. Да. Как ты будешь корову доить? Я возьму вот эти две... Две? Восемь. Возьму. А вообще их... Вообще там сколько? Сколько бывает? Знаешь, сколько? Нет. Может, 10? Сколько сисек? 10? 8? 7? Неужели ты даже в телевизоре не видел? Ну я видел, ну, руки-то две. 4 там. А, 4. Можно сразу 4 взять. Нет, ладно, такой вопрос. Нет, я вот так вот возьму, вот так вот. Их вот так потяну. Угу. Вот так сяду и сериал буду смотреть. Чтоб доить одного корову, сколько бедр понадобится? Ну, если у нее 4 сиськи, угу, то 4 ведра. Нет. 3. Одну для молока, а второй... Для сисек. Нет. На второй ты сядешься. Ведро? Да. А третий, ну, коровы разные бывают. Характер там, ужасные коровы есть. На всякий случай оденешь на голову. И обязательно ремень безопасность, потом приступаешь. А, ты знаешь обряд... Салем сало, салем беру. Наверное... Ну-ка покажи, как ты будешь приветствовать моих родителей там. Ну-ка. Еще раз. Еще ниже.
Ниже, еще ниже, ниже. 32 градуса должно быть. Ай, молодец! У тебя чуть-чуть скривление, да? Нет, раньше я просто не заметил. Ничего, потом на полу будешь лежать. Выпрямится он. Да, выпрямится. Мало кто знает, есть обряд такой, саубол беру. Знаешь такой? Нет. Саубол беру. Точно так же, как салем салу, только наоборот. Ну-ка. А его кому делать надо? Салем саубол беру, кому надо делать? Саубол беру, когда будет гости уходить, вот тогда прощалка, короче. Прощалка, давай. Покажи. Еще. О. А когда на Аташку, может на мостик встать.